Так, ребят, привет, я в Шкоде. Это Краснодар, официальный дилер Ключавто, улица Крылатая, 12/2. Покажем Октавии, Рапид, Кодиак. Начнем, наверное, ну как будут по Октавиям, по Рапидам есть выбор. Начнем с Корока. Корок довольно-таки, не знаю, мало о нем информации вообще. Я особо на дорогах я его не встречаю, не знаю почему. Обойдем. Цена на Корок стартует от 1 449 000. Так, вокруг осмотр будет автомобиля. Но вот я когда стоял со входа, смотрел так в бок, он чем-то похож на Гранд Чероки Бриджстоун Туран за резиной. Корок. Можно будет, наверное, открыть багажник. Но за эту машину будет цена, наверное, 1 200 000. Ну, конечно, огромный. Огромный багажник с кармашками, со всякими крючочками. Шкода в своем репертуаре Simply Clever, да? Здесь отдел для лыж. То есть, оп, туда толкается, можно будет посмотреть. Так, и скорее всего, багажник закрывается с кнопки, да. Комплектация будет хорошая, серенький цвет. Он уже на дисках. Резина Bridgestone, колеса. Сразу так и не найдешь диаметр какой. 17-й, наверное, на вид. Так, очень похоже. Сейчас пойдем, наверное, цену посмотрим сначала. За данный автомобиль цена представлена 2 057 000. Доброе. Так, дополнительные опции. Зимний пакет, пакет технологий, пакет безопасности, пакет ассистентов, трафик. Так, по мотору у нас тут 1.4. 2 057 000. Уже с допами. Типа зимний пакет. Салон будет комбинированный, у нас на самом деле на ощупь очень приятная регулировка, свет, ну как всегда уже мультируль Шкода. Внешне машина приятная, симпатичная, как в принципе и в салоне, но это на мой взгляд уже есть порог. Блин, сбоку дует штука. 4 стеклоподъемника, электрорегулировка. Ну, сзади тоже стеклоподъемник и задний диван. Ну, в общем, по Короку, я думаю, примерно понятно. Те же самые гаммы моторов осталось, что и на Рапиде. Просто новинка такая. Корок за 2 миллиона. Ну, моторчик 1.4, не знаю, наверное, слабоват, на мой взгляд. Так, ну, наверное, сейчас к Рапиду перейдем. Рапид будет больше всего интересен. Но это на R15 колесах. Наверное, довольно-таки будет, ну, не самая простая, но довольно-таки простенькая комплектация. Новый Рапид. За него 1 040 000. Это будет 1.6, 90 лошадей на коробке, на механике. Из дополнительных опций кондиционер, радио, ну, USB. Доукомплектация салона, тонировка задних стекол, защитная сетка в бампер, шумоизоляция колесных арок. Так, 6.4 расход, 11,5 секунд, да, расход до сотни, багажник 530 литров. Ну, новый Рапид вот, за 1 040 000 будет на механике с мотором 90 лошадей 1.6. На штампах с колпаками, но резина Пирелли. Уже есть повторитель в зеркалах. Так, вокруг уже был у меня обзор по Шкоде с этого же салона, с Ключавто. Номер телефона в Краснодаре. Ну да, можем открыть, допустим. Преимущество Шкоды раньше было над Фольксвагеном, теперь они уравнялись. Ну, как там писали комментарии, масло над оливку, да, лежит. Набор инструмента. Огромный, конечно, багажник. Кузов лифтбэк. Вот 1 040 000, то, что представлено. Есть еще Кодиак. Сейчас к Октавии перейдем. Октавия 1 300 000. Тоже на штампах с колпаками. И вот Кодиак. В принципе, по цене, как и Корок, примерно 2 090 000. С таким же мотором, с коробкой тоже DSG шестиступенчатым. Цена 2 090 000. Доукомплектовка салона. Это шумоизоляция, защитная сетка, тонировка задних стекол. 1.4, 150 лошадей, две турбины. На дисках он. 2 090 000 на резине Пирелли. Задние, естественно, тоже дисковые тормоза. На колесах R17. Ну, Кодиак, в отличие от Корока, он, конечно, будет побольше в размерах.
будет сильно больше. Даже детское кресло стоять. Да, нужно будет за него, наверное, доплачивать. Но здесь салон тканевый, конечно. Большой экран мультимедиа. Подлокотник. Тоже есть некое управление на руле. Конечно, гораздо больше ощущается машина, гораздо больше, но комплектация победнее в плане отделки сидений. Да, заметили, что просто ткань. Сзади стеклоподъемники есть. Не знаю, хочется открыть его багажник, конечно. На вид очень большой автомобиль. В багажнике тоже какой-то переносной холодильник. Здесь всякие, повторюсь еще раз, симпликлевы. Также сигнализация здесь уже доустановлена, судя по всему. И литр масла лежит над оливку, как всегда. Вот туда такая, ну, шторочка, которая туда-сюда. Полноразмерное запасное колесо, там домкрат. Ну, все есть. То есть за 2 миллиона 90, как говорят, вы получаете очень много автомобиля. Просто очень много. И Octavia 1 300 000. Тоже будет по сравнению с Rapid'ом, конечно, уже гораздо больше в размерах машина. Здесь с противотуманными фарами представлен автомобиль. И цена стартует от 1 140 000. Это будет 110 лошадей на механике. За данный автомобиль 1 300 000. Из дополнительных опций кондиционер, подогрев сидений, Bluetooth, охлаждаемый перчаточный ящик, доукомплектовка, антишум колесных арок, парктроник задний, сигнализация с обратной связью, защитная сетка в бампер. Ну, здесь 1.6, 110 лошадей, как бы 190. Так, 6.5 расход средний, 10.7. Разгон до сотни написано. В беленьком цвете. На коробке, на механике. Как бы один из простых и оптимальных вариантов с мотором 1.6. Да, никаких там не 1.4. Таких три подстаканника. Уже есть мультимедиа. Но Octavia, наверное, одна из самых таких популярных, да, будет в таком бюджетном сегменте. К примеру, 1 000 000. 1 000 000 стоит Rapid. 1 300 000 уже будет Octavia. Ключ авто. Ну, тоже, да, можно посмотреть багажник примерно. С Rapid'ом будет то же самое. Но визуально кажется здесь гораздо больше багажник. Такая прям, блин, ванна огромная. Ну, тут еще кармашков нет. Допустим, в Rapid'е, по-моему, уже были, да, мы смотрели пластиковые кармашки всяческие. Также складывается 60/40 задняя спинка дивана. То есть я думаю, что можно будет прям спать в этом автомобиле запросто. Управления на руле не будет никакого. Комплект 4 стеклоподъемника, регулировка зеркал, механические регулировки сидения. Все это за 1 300 000, 1.6 на механике с мультимедией. Ну, музыка будет, конечно. Какая-никакая музыка будет. Задний ряд сидений. Но стеклоподъемников, видите, все 4. Поэтому, ну, в принципе, по представленным моделям, наверное, все. Там повторяются, вот есть еще одна Octavia. На дисках, скорее всего, это будет с версией на автомате. Не знаю, так предположил просто. 1.6, да, вот здесь такой же мотор, 110 лошадей, 1.6, но цена уже будет 1 647 000. Дополнительные опции, двухзонный климат-контроль, передний и задний парктроник, обогрев лобового стекла, 8 динамиков. Так, накладки на зеркала черные, легкосплавные диски, 16 написано. Ну, то есть уже за 1 647 000. Octavia будет так вот выглядеть, она уже будет на дисках. Да, на резине Continental на 16-х. Это вот знаменитая комплектация Hockey Edition на Шкоде с черными дисками. Ну, сочетание белого-черного, конечно, смотрится неплохо. По салону будет также тканевый салон, но здесь будет автомат. Шестиступенчатый, да, насколько я понял? Да, автомат, 6 ступеней. Octavia. С противотуманными фарами. Ключ авто. Вот еще один Rapid с креплениями на крышу, под багажник. За него 1 078 000. Это комплектация на механике. 1.6, 110 лошадей. То есть 90 и 110 прошивки мотора разные. Мотор одинаковый, с разными прошивками. Туманок нет, есть... Ну, штампы с колпаками на 15-х колесах. Белый цвет. Рапидик.
Тоже кнопок управления на руле нет. Будет 4 стеклоподъемника. Салончик, по-моему, здесь немножечко другой. Видите, комбинированный по бокам. Также механические. Мультимедиа. Видите, у них такой экран уже будет во всех комплектациях. Так, Рапидов. На автомате, не помню, тут тоже, по-моему, был на механике. На автомате Рапидов не представлено. Но вот эти, конечно, крепления на багаж, на крышу будут стоить отдельно. И цена у него 17 842 тысячи. Все это очень дорого, конечно, в плане всяких крепежей и всего остального. Так, ребят, ну такое видео получилось. Шкода, краткий обзор. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Пока.